Всем привет! Сегодня сброс графического ключа, телефон Samsung A40 A405 на 9 андроиде. То есть, если забыли пароль, либо пин-код, либо графический ключ, то данное видео вам поможет. Что нужно сделать? Нужно сделать сброс настроек, но при этом попытайтесь вспомнить пароль. Если не вспомните, то придется удалить все данные с телефона. Для того, чтобы сделать сброс настроек, необходимо нажать определенную комбинацию кнопок. То есть сейчас подождем, он у нас загрузится 14 секунд. Вот. Нужно будет нажать на экране ввода графического ключа комбинацию включения и громкость вниз. Зажимаем их, когда экран станет черным. Нажимаем включение и громкость вверх. Когда появится заставка Samsung, еще пару секунд ждем и отпускаем. Итак, смотрите. Вот он, запрос ключа. Нажимаем включение и громкость вниз одновременно. Появился черный экран. Нажимаем громкость вверх и включение одновременно. Ждем еще пару секунд и отпускаем кнопки. Появляется меню. Здесь выбираем пункт Wipe Data Factory Reset. Кнопка включения, затем громкость низ, пункт ES включение, идет сброс настроек и первоначальное меню. Выбран пункт, который нам нужен, и нажимаем кнопку включения для того, чтобы подтвердить. Далее пойдет сброс настроек, он идет примерно минуты 2. И далее, если у вас нет привязки аккаунта, то телефон просто загрузится. Если у вас есть привязка аккаунта Google, то нужно будет ввести данные аккаунта. Если вы не помните данные аккаунта, то смотрите описание, читайте под этим видео внизу. Либо вот здесь появится подсказка вверху, либо в конце видео появится вот здесь вот ссылка на видео по разблокировке. Сейчас ждем, пока телефон загрузится, и покажем то, что действительно сброс настроек прошел хорошо и графического ключа запроса уже не будет. Перемотайте вперед, если хотите, чтобы быстрее это все прошло. Мы монтировать не будем ничего, так как хотим, чтобы было полностью. Если у вас идет время, то вы знали, сколько нужно времени на это. Кстати, если у вас другая модель телефона, можете посмотреть другие способы, либо на нашем вот этом вот втором канале, либо на нашем основном канале. Ссылка будет вот здесь вот, либо в описании будет ссылка. Вот там тоже представлены другие видеоролики по другим моделям, ну и другие способы также.
Нажимаем пропустить. Если появится сообщение о том, что нужен интернет, значит у вас есть привязка аккаунта. Смотрите видео по разблокировке, если не помните свой аккаунт. Все, графического ключа нет. Всем спасибо за внимание, всего хорошего, до свидания.